Так, сегодня 12 июля 2011 года. Ждем Дмитрия Васильевича Рыбалкина. Должен выйти из места заключения, где провел более 10 лет. Это наш арестный лагерь. Просто офигительные собачки. Может быть, еще что, птички лучше. Это даже не лагерь, а санаторий, можно сказать. Птички, пожалуйста. Да, это вышел. Я его знаю. Не Дима Явлин.